Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. 15-й день, забираем 80 миллионов древесины. Так, у нас должно быть, по идее, сегодня событие. А, оно начнется через 25 минут. Через 25 минут. Ну что, тогда предлагаю пока собрать все, что здесь можно, сделать все эти задания. И через 25 минут, даже уже будет меньше немножко времени, продолжить. Так, давай-ка мы, наверное, его опять отправим за железом. Так, здесь древесина. Здесь у нас рыба. Так, ну что ты там? Что ты там смотришь на меня, сарделечка? Ой, дай мне вот этот пак. Держи карман шире. Дадут тебе пак, потом побегут и еще раз дадут. Опа, руны. 4 штуки. Обалдеть, 4 штуки рун. Он окупил свое путешествие. Так, ладно, здесь гнездо костолома. Нам выпадает. Что значит имитация пожара? Пожар либо есть, либо его нет. Какая имитация пожара? Так, ну что здесь? Ну, понятно, скорее всего, тусклый янтарь, как обычно, дадут нам. Да еще и как раз где меньше всего. 84 штуки. Так, Громгильда, давай лети в драконий край. Бесплатно там развлекайся. Ну, ты мне принес? Да, конечно, принес он тебе. Не хотят, не хотят они, друзья, мне нифига здесь нести. Так, давай, пока у нас тут никто не отправлен, пойдем-ка мы попробуем, ребята, здесь подраться. Нифига себе, это кто у нас такой? Барс и вепрь в боевой броне. Слушай, такая нехилая, да? Урон в бою. Блин, 2500. А у меня не хватит в любом случае. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Пять. К бою. Мы же с тобой вроде бы прокачивали еще как раз. А, мы скорость прокачивали, да? Понял. Скорость это немножко не то. Хотя, почему не то? Скорость тоже как бы немаловажна. Слушайте, ребят, что-то как-то уж... Да ну! Ты видел? Это нереально, ребята, подбить его. Это что у них такой за флот тут, что его просто невозможно расти? Я проиграл. Причем быстро так. Зашибись. Я... Че, отступить? Отступить, конечно, ребят. Нам здесь уже ничего не сулит. Они просто взяли без зубика, запинали. Причем так легко. Кстати, может быть, нам без зубика пора прокачивать. Он у меня какого? 86 уровня. Это, ребят, вообще никуда не годится. Главный наш персонаж имеет всего лишь 89 уровень. Хотя, по идее, он должен быть не меньше сотки, а вообще 112 уровня. Он, по идее, должен быть у нас. Так, ладно, давай забирать тут 192 миллиона рыбы. Так, эти у нас уже принесли бревна. Кто-то говорит, почему ты не берешь экзотического шепота смерти в поединок? Ну, во-первых, ребята, он не прокачанный. И, а, кстати, что если его прокачивать? Блин, долго, конечно. Долго, ну ладно, пускай прокачивается этот шепот. Так, здесь только лишь модификрылка прилетела. А, и этот уже сидит в ожидании. Так, ну что, треску, тусклый янтарь. Давай, иди, копошись опять. Ну, а ты чё? Листочек и тусклый янтарь, опять же. Я вас понял. Так, беззубик. Будем отправляться? Конечно, будем. Еще спрашивать. Кстати, два пака вождя мы сейчас откроем здесь. Ой, два пака вождя, два обычных пака. Че я уже говорю-то? Так, древоруб, шепот смерти. А здесь шепот смерти, крылатый ужас, громль. Кстати, мы можем, пока у нас время идет, на арене набить, например, те же самые два пака. Лишним это не будет. Так, давай-ка посмотрим, что нам здесь выпадет.
Монеты, это громоль, костолом, водорез. Чуточку ресурсов дали, и тогда рекламный заодно. Так, монетки забрали. И загадочный набор. Шепот смерти, крылатый ужас, водорез. Опа, там кто-то у нас. О, крылатый ужас. Разместить. Типа я его разместил. Так, здесь у нас обычные, да? Получается, ежедневки. Еженедельного и события, как говорится, мы еще не выполнили. Что нам тут, например, на еженедельке? Отправьте Беззубика в путешествие 5 раз. В путешествие. Ну, насчет путешествия не знаю, ребят, но... То, что нам его надо отправлять на его поиски, это точно. Эти шлемы. Не знаю. Когда мы эти шлемы насобираем, я просто, ребят, без понятия. Наверное, никогда. Посмотрите, так, выполните 2 задания. Соберите 30 предметов для обмена. Получите 8 разных. Поручите 8. Ага, добывать желе. 8 разных. Уже заговариваться стал, короче. О! Обмен. Обменчик. Победа над флотом 90 уровня, чтобы нам дальше улучшать нашу катапульту. Так, ну ты лети. Так, ты тоже лети за рыбой. Погнал. Так, яркий ужас. А почему бы мне не отправить ее прокачиваться? Так, крылатый ужас. Кстати, крылатый ужас может быть у нас, ребята, буквально в короткие сроки стать 112 уровнем. Поэтому пренебрегать, я думаю, им не стоит. Так же, как и Буйволорд. Но он еще до сотки, по крайней мере, не добрался. Кто-то мне сказал про Цыпа. Говорит, есть у тебя Цыпа? Есть, вот он, ребята, Цыпа. И что? Будет обалденно добывать нам? Рыбу. Так, здесь вроде бы все. Здесь у нас. Ну, ты будешь у меня в конце концов становиться или нет? Нет. Хитрит. Хитрит он, мелкий. Так, этот получает 85 уровень. Повысите уровень дракона на 15. Так, ищейка, давай иди. Тренируйся. Оп, и не хватает. Слушай, подожди, а если мы глянем, у нас откаты прошли или нет по нашим... Прошли. Поэтому давай покупать. Так, древесиночку приобрели. И то же самое будет с нашей рыбой. Где рыба? Вот. Тара-тара-та. Но рыбы на порядок меньше вышло, кстати. О! Награду заработали. Слушай, 500 царапок, это было бы вообще кучеряво для нас. Мы бы уже имели 7000. Так, древесину я пока забрать могу. Но, подожди-ка. Забрать не могу, но ведь могу отправить на прокачку уже, да? Дорого, конечно, ты стоишь, парень, своей прокачкой. И не добил. Не хватило мне, короче, чтобы его отправить. Да, дорого-дорого они все стоят. Тут уж ничего не поделаешь. Да и в академке уже и места нету. Так, ну что, парень, тебе пора, наверное. Так, ты за рыбу. Вот это, по-моему, у нас за древесину 630. Давай, лети. Все, помчался. Начинается, а? Начинаются вот эти вот вылеты никчемные. Просто, ребят,
на ровном месте. Так, ну что, пока у нас время идет, пойдем-ка мы, наверное, все-таки набьем пару паков. Набьем пару паков и возьмем один пак вождя. Я думаю, это будет по справедливости. Экзотический шепот смерти. Так, дымодышащий и... Короче, есть кого тут бомбить. Крылатого ужаса тут наказать можно. Блин, по барсику начинает атаковать. Ну давай еще ты сюда бомбани. По пониженной бр... Нет, не стал. Ну и хорошо. Так, уничтожаем. Кому-то сейчас будет больно. Кому-то. Я уже не стал просто говорить, кому. Ну, все и так поняли. Пиу, понижает броню, понятно. А сейчас будет... Будет сюда бомбить. Этот будет сюда бомбить. Не успокоится. До последнего будет на своем стоять. Но давай сделаем так вот, наверное. Плюс укус. И на следующем ходу ему кранты. Кав, подожди, а почему это он два раза? Он же, фига себе, два раза ходит, совсем оборзел. Очередной поединок. Ой, не надо вот этой вот гадости здесь. Пожалуйста, уберите ее с поля боя. С этим я еще справлюсь, но вот эта вот пакость, если начнет буянить, это будет плохо. Поэтому я заинтересован в ее уничтожении, как бы в первую очередь. Барсик, в принципе, сейчас ее ушатает. Так, дальше вот с этого. Дымодышащих мы не приветствуем. Уничтожить, да? О-о-о! Вот это беда, ребят. Молодец, Кривоклык. Давай только ты еще сюда бомбани. Ох, красавец, нифига. Я даже не ожидал, ребят, что он сделает то, что это делаю я всегда. Он ударил с отхилом. Умница. Шторморез просто красавчик. И добьем сейчас вражеского Кривоклыка. Ну что же, у нас последний поединок, наверное. Если не свалимся, конечно, здесь Древоруб и Кревет. Не очень приятная компания, на самом деле. Что Кревет мощнявый, что Древоруб. Точнее, это прихвостень, ребят. Почему все время Древоруб, он у нас зеленый. Ёк-макарёк. Ой-ой-ой, сейчас добьет мне, да? Понятное дело. И самое еще плохое, ребят, что вот этот усиленный. Нам надо будет, знаешь, что делать? Брать, а мы никак не возьмем. Мы его не сможем взять под контроль. А нужно. Куда ты? Жесть. В общем, сейчас попробуем сделать вот так вот. Не знаю, поможет ли это мне как-то. Если это сделать, сейчас супер удар свой. По идее, сардельку нужно уничтожить. Почти получилось. Давай, добивай, пожалуйста, сардельку. Сарделька, не буянь. Все, ребят, он наш. Он наш, потому что мы его делаем. Правда, не забывайте, что сейчас на ничью он может пойти. Сейчас будет хиляться. Раз. Два-с. Все, отлично. Так, ну, по итогу мы заработали пак вождя. Шторморез, громобой, Громли защитник и Щейка. Кстати, скоро он, ребят, на 14 уровень поднимется. Ну и как ты видишь, мы нашли с тобой два обычных пака. Что-то давно не упадало редких, эпических и тому подобное. Так, победите 5 драконов в схватке. Сделали. Добудьте 262 миллиона древесины. Отправьте беззубика в путешествие 20 раз. Ну, сколько нам там еще осталось ждать? 7 минут, ну, 8 минут, ребят.
Поэтому придется подождать. Ну что, друзья, угроза злобные вандалы. Открываем. Так, 300 царапалок в конце. Ё-моё, событие-то будет немаленьким, как ты видишь. Наверное, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Короче, самое долгое. То есть на 3 заходки по 5 энергии, в общем, ты понял, да? Ну что же, начнем. Здесь у нас, я смотрю, злобные змеевички уже стоят, тут нас поджидают. Так, 14 и 15 уровень. И, кстати, одна волна, что очень даже приятно радует. Так, давай-ка мы, наверное... Опа! Готово. С одной волной, конечно, хорошо драться. Ну что ты там... Хвостом удар, да? Вот чем хорош вот этот, ребята, удар, то, что он отнимает еще и энергию. Ну что, у нас тут колесо удачи. Прилив сил. Уже пошла подготовка к чему-то. Прилив сил дали сразу же. Так, забираем 50 рун. Ну и двигаемся дальше. Будет два поединка, после которых мы получаем загадочный пак. Одна волна, но здесь противников уже трое. И опять же два синих, что не может не радовать. Так, сейчас водорез, потом кривоклык мой ходит. Змеевик. И добивает у меня, наверное, шторморез вот этого вот. Замечательно. Бьем сюда. Вдвоем сейчас ходит. Кого блокируешь? Барсика. Мы, наверное, хильнемся. И удар сюда. Ну, блин, опять за свое, а. На этот раз досталось шторморезу. Да, в принципе, ничего страшного. Вот и все. Давай посмотрим, что на этот раз выпадет. Опять прилив сил. Ой, не к добру это, конечно. Так, двигаемся дальше. После него мы уже получим действительно загадочный пак. А конечный бой у нас будет перед тусклым Гинтериум. И волны уже, как ты видишь, две. Была одна, теперь стало две. Начнем, пожалуй, вот с этого вот пройдохи. Так, барсик не смог добить. В принципе, мы сейчас можем через отхил вот так вот сделать. Ну, что ты там кривляешься-то? Ну, и шторморез добивает. Вторая волна. Змеевик и... Так, дымодышащий, да, у нас получается? Поехали. Так, кривоклык добивает, отлично. Ну и остается у нас тут змеевик. Что-то там пыхтит, орет. Глумится, так скажем. Ну-ка, если... Все, делов-то на копейку. Так, ну здесь хотя бы древесина. А лучше бы мне, конечно, мой плод мудрости. Три штуки вообще было бы замечательно. Забираем загадочный пак. Давай-давай, забирай, не стесняйся. И очередной поединок. Давай посмотрим, сколько здесь волн. Ну, я думаю, две, не больше. Так, змеевик злобный. Один. Причем синий. Синий в доску. Поехали. 15-го, к тому же еще уровня. Ну, значит, на следующей волне будет их трое. На второй волне их будет трое, наверное, и довольно крепкие, да? Ну, вижу костолома. О. Сородич шепота. Ну-ка, молодец. Кривоклык добил. Опа-на. Но он попал только по барсику, что очень интересно.
Бомбил по всем, а попал по одному. Бывают такие, ребята, массовые промахи. Неугомонный какой-то, а? Давай, наверное, ослабим его чуть-чуть. Ну. Как будто в пустоту ударил. Даже практически нас не повредил. И опять выпадает древесина. Опять же немножечко всего лишь. Чайная ложечка. Ну что, опять проходящий поединок ради янтаря тусклого. Опять один. Нет, мне только в радость, ребят. Когда он тут один, я только за. Так мы просто быстрее с ними разберемся. Ну и быстрее будем продвигаться. С наименьшими затратами. Громобой и два костолома. Ох. Ну я, наверное, с громобой начну тогда уж. Блин, была бы у кого-нибудь из драконов массовая атака, которая понижает всем броню сразу же. Вот это было бы замечательно. Это было бы круто. Ага. Ну что же, добьем. Блин, придется. Давай через отхил. Я думал, просто укусом его сможем добить. Но видишь, там не хватало чуть-чуть. Давай сюда. Кто-то мне говорил, что это обычный дракон, только он любит надевать на себя кости других драконов. Ребят, ну что, я не вижу, что это... Как бы тебе это объяснить-то даже? Ну что, вот, вон же видно, что у него ребра торчат. Ну как же он может быть обычным драконом? М? Хвост у него. Что, он, ты хочешь сказать, подвязал вот эту вот ерундовину себе на хвост? Хотя, может быть, и подвязал. И рога, что ли, он тоже, ребята. Так, просто, причем один рог длиннее другого. Я просто в мультике что-то их не помню. Так, здесь нам выпадает рыба. И забираем наш тусклый янтарь. Подожди, подожди, я же не забрал его. Вот, забрать. Замечательно. Ну что, ребята, еще два дня и пройдем мы это событие. Лаварык, ужасное чудовище, дымодышащий. И все. О, какой лемурчик такой, да? Летающий. Опа-на. Нормально. Так, я думаю, что вскоре мы получим 500 царапок. Это будет у нас 7000. Еще 11 дней в запасе. Блин, под вопросом, прям под большим, ребята, у нас Инферн. Но Инферна у меня нету. И он мне нужен. Мне бы хотелось бы, конечно, его получить. Ну что, друзья, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Всем удачи и до новых скорых видосиков.